На первый день рождения яблоневого сада пришли у нас педагоги центра семейного православного центра. Еще на день рождения нашего яблоневого сада пришла молодежь. К нашему рабочему процессу. Спасибо. Сбиваешь нас. Саш, как ты думаешь, нужен ли людям нашего села такой яблоневый сад? Да, я думаю, нужен, потому что это как бы украшает наше село. И раньше, когда церковь была старая, еще была церковь, сейчас ее отреставрировали. Когда была старая церковь, здесь был яблоневый сад. И мы хотим восстановить эту, как... посадить новые деревья, чтобы продолжить развитие церкви. Ну все. Привет, Данил. Привет. Вот скажи нам, зачем ты сюда пришел? Я пришел почиститься от сорняков. А ты знаешь, какой сегодня день? Нет, не помню, забыл. Сегодня день рождения нашего яблоневого сада. Конечно. Данил, как ты думаешь, зачем людям нашего села такой сад? Чтобы красиво. Все, батарейка, кстати. У нас тут никто не стоит без дела. Здравствуйте. 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 Вы знаете, какой сегодня день? Да. Сегодня 16 октября. Сегодня день рождения яблоневого сада, который мы сажали ровно год назад. А скажите, зачем вот вы сюда пришли? Сегодня пришли посмотреть плоды своего труда, убрать территорию. Произвести. И вот наша яблонька стоит, она радует нас. Скажите, вам нравится, что в нашем селе будет такой яблоневый сад? Да, конечно. Что есть такое село, все так организовано, и тепло принимают. Мы рады всегда прийти на помощь. Здравствуйте. Как вы думаете, нужен ли нашему селу такой сад? Думаю, что нужен. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, какой сегодня день? Да. Сегодня день рождения, год, как мы заложили в сад в нашем селе, вот, и сегодня собрались здесь, чтобы облагородить территорию, посмотреть результат своего труда, вот. Как вы думаете, нужен ли нашему селу такой сад? Ну, конечно. Храм возрождается, ну, территория, соответственно, вокруг него тоже должна быть облагорожена, чтобы радовала глаз. И то, что сегодня собралось столько людей, неравнодушных к этому событию, это очень радует. Ну и, слава богу, сегодня погода нам все-таки позволила выйти сюда нам поработать. Здравствуйте. Здравствуйте. Какое значение для вас имеет сегодняшний день? Сегодняшний день трудовой участие. Труд всегда приучает людей к дружбе, к взаимопомощи. И одно дело, если бы один человек тут работал, а другое дело коллектив. Смотрите, каких-то прошло 20-30 минут, и вот посмотрите весь этот участок. Что было вот за забором, и что теперь здесь внутри забора. Вот что значит коллектив, вот что значит труд и участие людей в этом добром деле. Больше, мне кажется, нечего добавить сюда. Я бы хотела еще добавить, что мы вообще родом отсюда, поэтому мы огромно заинтересованы в том, чтобы наше село, наша родная семья, земля развивалась и цвела, и чтобы здесь было более благополучно, чем вот есть на самом деле. И желаем всем принимать в этом участие, не только тем, кто ходит в храм, но и тем, кто строит здесь дачи, кто строит здесь дома, поскольку земля – это наше общее, всем будет приятно здесь гулять, их детям, их внукам, поэтому все должны в этом принимать участие. Спасибо. Здравствуйте. Какое для вас значение имеет сегодняшний день? Здравствуйте. Какое значение? Я хочу быть со всеми вместе. И церковь, которую мы ждали, когда построят по новой, настало время. И мы очень хотим,
чтобы вокруг церкви был сад. Пацаны, пошлите!